Всех приветствую. Прикупил сейчас аппарат окрасочный, безвоздушный Impact 390А. Набор 15 метров шланг высокого давления, пистолет, соплодержатель, 517 сопло. Это от Impact. Удлинитель, удочка. Ну и сам аппарат. Масло для поршня сюда заливать. Уже залил чуть-чуть. Ключ 17-19. Это для всяких шлангов вот этих вот. Так, что еще? Фильтр грубой очистки. Сам аппарат вот. Темно-синий металлик. Окрашен, кнопка влагозащищенная, движок обшит пластиком, регулятор давления, манометра нет, я думал, что будет в наборе, но нет его в наборе, надо дополнительно покупать, но денег на него не хватило пока что. Так, сам аппарат весит где-то килограмм около 20, ручка такая слабоватая, так, ну, в принципе, держит, ну, не знаю, насколько. Так, ничего больше про аппарат сказать не могу, сейчас буду пробовать, тестировать. Первый запуск в магазине, его мне промыли от антифриза, так сказать, запустили уже его первый запуск, на воде был. Вот, сейчас будем запускать, дополнительно докупил в ручку фильтра, фильтр есть один в наборе, по-моему, на 100 меж был, я докупил на 150 меж и на 30. Буду тестировать его на густых, на бостик, то есть клей для стеклохолста. Будем тестировать. Вроде как сказали, не прокатит. Но будем пробовать. Тесты никто не отменял, поэтому будем его эксплуатировать по полной. Так, цена его в Беларуси на 4 января 2021 года была $370. Так, шпаклевку он вроде как не тянет. Объем его 2,1 литр. Это заявленное. Ну, я думаю, что 1,8 где-то литра он будет по факту качать. Производительность. Так. Ну все, сейчас будем тестировать. Провод коротенький, где-то метра полтора, может быть. А нет, метр. Примерно метр провода. Ножки были прикручены. Сейчас будем запускать просто на воде через пистолет. Через пистолет в магазине не запустили. То есть шланг лежал отдельно, пистолет лежал отдельно. Мне просто его промыли. И все. Так, удочка нам пока что не понадобится. Пробуем, тестируем. Ни разу этим аппаратом не работал. Ни разу. Поэтому ошибки будут. Ну, мы на это рассчитываем. То, что будем. Конечно, видосы я пересмотрел очень много. По этому поводу. Этого аппарата не было в видосах. Поэтому, думаю, кто задумывается, будет полезно. Если что-то неправильно делаю, пишите. Кто разбирается, давайте советы. С радостью буду применять. Если это улучшит качество работы этим аппаратом. Так. Так, сейчас подготавливаем аппарат для грунтовки. Грунтовку развели, шланг кинули, наполняем. Сразу пускаем через малый круг. Продолжение следует...
Кстати, узнал я, что этот пистолет, это соплодержатель от Вагнера. Сюда подходят сопла вагнеровские. Докупил я сопло 509 для грунтовки. В принципе, получается, уже грунтовал. И купил оригинальный соплодержатель Грака и сопло 514 для покраски. Идем пробовать. Так, настраиваем факел, чтобы раскрылся. Давление сейчас практически на минимуме. Вот полоса идет, значит факел не раскрылся. Немного добавим. Чуть-чуть добавил, проверяем. В принципе, нормально.
Вот так вот, в принципе, получилось. Не знаю, как показать. Ну, нечему зацепиться в глазу. Только если вставать вот поперек, вдоль. Вот видно чуть-чуть вот эти тени. Но это еще не высохла краска. Надо будет еще днем посмотреть. И завтра. Так, ну вот так получилось. Уже все просохло. От фонаря, блин, моргает. В целом нормально. Ничего не видать. Сразу два раза проходился. Вот так получилось. Это что, потолок? Пол постелил заказчик. Вот такой был потолок. Крайне неровный. В целом неплохо. Смотрится вот так вот издалека. Вот другой потолок. Конечно, освещения плохо нету, но мерцает.
Ничего не видно, конечно. Ни о чем, что я тут покажу. Ну, в целом, что форма. Да, форма вот скосы все. Валиком было бы очень сложно выкатывать это все. А так, безвоздушным очень удобно красить.